такое? Вон папка приехал. Привет. Ну что, поедем на машине кататься? Они ждали друг друга, кажется, всю жизнь. Маленькая Диана теперь постоянно улыбается. Сегодня у нее радостное событие – переезд из детского дома в новую семью, где есть не только мама и папа, но и большой дом, братья и сестры. У Марселя и Асии Абликеевых из Старокулаткинского района 14 детей – 7 рожденных и 7 приемных. Но каждый для них свой, родной. А у нас нету разницы. У нас что наши, что эти, у нас все они считаются братья и сестры. Большая и дружная семья всегда была их мечтой. Когда старшие дети покинули родительский дом, Абликеевы долго не размышляли. Сразу решили взять еще двоих деток из ульяновского дома ребенка. А в результате стали родителями не двоих, а сразу четверых детишек. Диана, Артур и полуторагодовалые сестры Аиша и Фатима. Мы очень рады за этих детей. В этой семье они найдут тепло, уют, счастье. Эти родители их всему научат. Дети будут расти в достатке, и мы очень рады, что именно в эту семью пошли наши Диана, Артур, Аиша и Фатима. Многодетная мать Асия Файзулаевна признается, что воспитывать такое количество детей не тяжело, главное – с любовью. Они вырастают, несмотря на то, что бывают какие-то разные непонятности между собой, но они вырастают с чувством взаимопомощи друг другу. И друг друга очень любят в семье дети. С любовью друг к другу. Сейчас в семье воспитывается 9 детей, 5 школьников и 4 дошкольника. За успехи в воспитании Асия Файзулаевна награждена медалью материнства первой степени, а ее имя занесено в областную книгу почета «Материнская слава». Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.